с Дикусей едем домой. Идем на станцию. Непослушная, несется. Пятница, после дождя везде скользко. Там с горочки на горочку. Сейчас будем мостик переходить. Он нам остался минут 10 идти. На улице погода прекрасная. Дождика нету, а солнышко. Ну, сейчас, в принципе, прохладно. Там у меня коза идет по мостику. Ой. Речушка. Речка, по-моему, называется Скнига. Ну, как-то так. Вот. И идем с ней на станцию, на электричку. Такая красота. Теперь все время в горочку. Пошли, пошли. Пошли. Пошли, пошли. Тоже дуб. Там овраг. Такая красота. Ну, чтобы собаки сейчас с той стороны по мостику не прибежали. Обычно прибегают. Меня аж дико тут уронило в последний раз. Вот он. Пошла вперед. Вперед пошла. Сумасшедшие собаки. Это дворовые домашние. Охраняют. Так хорошо идти. Пришли на 40 минут раньше. Сидим, ждем электричку. Никого пока нету. Ну, там ребята только какие-то. Пришли, но к нам не пошли. Боятся, наверное, собаки. Ой, на улице хорошо, прохладненько. Ой, красота. Конечно, немножко жутковато то, что очень узкая платформа. Дворники проходят, так кажется, близко. Природа хорошо, тихо, спокойно. Там домики. В общем, красота. Ну ладно, будем ждать электричку. Возвращаться домой.